Всем привет, всем привет! Лига Music Wars. А сейчас у нас 6 лет. Поздравляем любимую игру с 6-летием. Конечно, не так, как 5 лет. 6 лет это почти 5 лет плюс 1. В общем, у нас грандиозное обновление. У нас вводят новую, получается, PvP режим, можно сказать. Это режим затерянной башни или остаться в живых, ребята. В общем, классная вещь, я уже поигрался, заработал парочку-тройку всяких разных интересных вещей, пока еще никто не разбирался. Отдельно, ребята, сделаю обзор полностью по затерянной башне, соответственно, со всем разбором, какое там оружие, что за амулеты, что за алтари. В общем, полностью сделаю обновление, сейчас вкратце. В общем, на обновление на 6 лет, конечно, вы получаете классный приз. В нем там 7 дней према, соответственно, куча торнов, кредитов, звезды, все. Соответственно, если у вас есть какие-нибудь еще аккаунты, пожалуйста, заходим, открываем все как положено. То есть у вас на ваших вторых аккаунтах появятся тоже призы. Дальше появляется новый, соответственно, праздник. То есть у нас и здесь надо совершить, чтобы все было правильно и адекватно, соответственно, 50 боев. Соответственно, потом обнуляется и так далее по ходу дела. За исключением одного вещи, если вы проходите 100 боев, вы получаете, соответственно, правильно, получается граммофон, который дает вам звезды. Ребята, не забываем, можно несколько раз постараться, и вам будет падать на халяву звезды. Это обязательно. Дальше, как мы и предполагали, соответственно, ваши игры разума 6, 7 уровни по 27, по 26 уровень, ребята, ваши игры разума. Кто на 27 уровень перешел, просто тупо, ребята, качаетесь на 30. Сидеть там эффекту нету. Модули, которые мы и говорили. И, конечно, питомец, которого мы не угадали, это у нас зомбятина. К сожалению, зомбятины ничего нового не добавили. Вот, это нормальное явление. Ничего страшного, потому что у большинства людей он не проапгрейженный. И многие вкладываться будут в модули. Сразу говорю, модули, ребята, будут падать, скорее всего, фуфлово очень плохо падать будут. Ну а зомбяк будет более-менее адекватно падать, так как его уже выкачали почти все донаты. То есть поэтому качаем только мы. Соответственно, за бесплатки, ребята, у нас здесь 10 будет 25 и 50. Но я уже много скупил. То есть я тут уже выкупил, солидное количество. Вот как-то так. Плюс, сдвинься в сторону, соответственно, выбираем лучшего. Я вас прошу, ребята, голосовать за меня. Я прямо вау, первый тур голосовать. В общем, нет, ребят, я собираю себе музлайки. Соответственно, не дарите мне музлайки, пожалуйста, когда меня нет в онлайне. Иначе я не смогу узнать, кто дарил. Соответственно, от меня благодарности в отдельном видео, не будет. Те, кто со мной давно на канале, эту вещь и хитрость уже знают. Это еще с валентинок было. В общем, история уже пройденная. Конечно же, соответственно, за прохождение вызываем клаксончик. С шансом ошеломить врага. Прикольная вещь. Соответственно, у вас не забывайте граммофон, клаксон. То есть, как есть. Больше пока призов нету, но возможно что-то еще появится. Тут еще одна интересная вещь по поводу перезагрузки сервера. Ребята, есть какой-то глюк. 100% какой-то глюк есть в новом PvP режиме. То есть это не новый эвент, как вы поняли, да? Это так же, как музмехи. То есть заходим. Сейчас пока там большое столпотворение, типа там по билетам. Скоро будет, скорее всего, распределение. Будет сделано по часам. Также, допустим, сделано в половине там 11-го, в 11, там в половине 12-го, в 12. Скорее всего, будет примерно такая же вещь. Чтобы отряды собирали. Чтобы долго не ждать. Наверное, все остальное, ребята, все, что по обновлению будет, а точнее, отдельная рубрика, ребят, затерянная башня, разбор будет в следующем видео.
А прежде чем этого все, мне надо залезть, ребята, вовнутрь игры, чтобы это все вытащить. Ну, по крайней мере, количество оружия, да, там определенное. Количество амулетов, соответственно, алтарей. Ну и плюс еще дополнительные фишки в виде тумана, сферы. Что там еще-то... Ну, в общем, я еще не все достал. Ну, будем так по ходу дела уже догадываться. Единственное, что у меня нету параметров определенных, ну, каждого оружия. Ну, буду их искать. Ну, скорее всего, шансов у меня маловато насчет этого. Ну, это так. Это пока только лирическое отступление. В общем, с годовщиной, ребята! С годовщиной! Не забываем, музлайки можно дарить самому себе. Так что, если у вас есть аккаунт сестры, тети, дяди... соответственно, старшего брата, вашей бабушки, вашей мамы. На всех них заходим, делаем хотя бы по 50 боев. Хотя бы по 50. Ну, хотя бы по 5 боев делаем, чтобы получить свои музлайки по 5 и дарим все себе. Соответственно, за музлайки, как вы понимаете, ну, пусти меня, за музлайки можно выкупать. Ай, нет. Двинься. За музлайки можно выкупать, соответственно, у нас предметы студии, что я обычно советую. Оружие может выпасть до плюс 16 уровня, прямо очень классно выпадает. В подарках, ребята, выпадает только дзен и гены, то есть звезды там я не видел, по-моему, насколько я помню. Хотя, по-моему, были, но мало что-то имею. У меня тоже открытие их есть. В общем, обновление классное. Я, кстати, по рейтингу попал уже, получается, на музмехах. А нет, вот он, PvP режим. Вот я вот сюда влетел, ребята. Я заработал там 3000 с копейками. Ну, прикольный, конечно, режим. Ну, своеобразный. Но сразу, как он только начался, появился классный глюк. То есть он полностью не открывался. То есть ты нажимал, а эффекту не было. То есть, соответственно, быстро это исправили. И сейчас в час ночи, то есть опять перегружает сервак, то есть, соответственно, сейчас будут что-то подправлять, что-то опять подделывать. Пока они этого не сделали, буду качать файлы. Ладно, ребят, всем спасибо, кто смотрел. Не забываем качать, получается, те, кому модули, соответственно. Всем до 26 уровня игры разума. И зомби качать буду я, наверное. Я ничего не буду покупать, кроме зомбика, потому что все остальные меня не сильно интересуют. Ну, конечно, будет дроп, сразу говорю, наверное, не очень. Ну, хотя я человек изучий, возможно, может что-то и будет. За исключением бесплаток. Бесплатки, конечно, выкупаются все. Ладно, всем, ребята, спасибо. Спасибо, кто смотрел. Ставим лайки. Ждем видео. Разбор PvP Смертельной башни. Счастливо, ребята, счастливо.